Накануне вечером 24 февраля при посредничестве Египта и ООН палестинские группировки и Израиль смогли договориться о прекращении огня, которое вступило в силу полночь по местному времени. Накануне военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где расположена военная база палестинцев. Как передают ТАСС, именно там ведутся разработки образцов ракетного оружия, которое затем производится в Газе и используется для обстрелов Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, если возобновятся ракетные обстрелы из сектора Газа, еврейское государство для восстановления спокойствия начнет там военную операцию.